Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Injustice, и, конечно, сегодня мне хотелось бы открыть паки. Да, давно я этого не делал, конечно же, опять же, уже прошло около 2 недель, возможно, даже больше после предыдущего открытия паков, но я хотел бы вам еще раз напомнить то, что мы будем пытаться доставать с паков самые опасные персонажи под именем Опасный, не Опасный, Обратный Флэш. Обратный Флэш. Почему именно его? Ну, я думаю, объяснять не стоит, потому что это новый персонаж, потому что я его хочу прокачать, ну а также потому что после того, как я прокачал Шазама, нужно находить новую жертву для прокачки, скажем даже так. Что ж, магазин. Заходим в первую очередь, конечно же, в магазин. Набор усиления, коллекция собрана, и это неправда. На самом деле она еще не совсем собрана. Так, как вы видите, есть набор Архама, но открывать я его не буду. Открываем именно набор самый опасный. Надеюсь, что мне хватит на 3 набора. Поэтому откроем сегодня 3 набора. Что ж, первый набор, новинка Обратный Флэш. Погнали, смотрим. Ну, выпал Шазам. Кстати, ребят, выпал Шазам и 2 Джокера убийственная шутка. Что я вам скажу на это? Да, Шазам, конечно, хорошо, то, что он выпал, но он нам уже не нужен. Шазам прокачан до 7-й элиты, по-моему, и уже как бы качать его дальше нету смысла, поэтому, к сожалению, наверное, 2-3 месяца назад я бы рад был такому паку, но сейчас, к сожалению, он мне уже не нужен. Что ж, второй пак, и опять же, содержит 3 самых желанных персонажей, хотя не самых желанных, тут уж очень и очень-то описано все хорошо. Новинка Обратный Флэш, давайте смотрим еще раз, и Обратный Флэш, да, есть Обратный Флэш, отлично, мы достали еще с одного пакета еще одного Обратного Флэша, это неплохо. Так, что я хочу сделать? Естественно, продать ненужных мне персонажей и, конечно же, после этого еще открыть 1 пак. Так, первоначально мы давайте сделаем так, я убедиться должен, да, у меня персонаж Шазам 7 элиты прокачан, поэтому я могу его с легкостью продать за 118 тысяч, потому что мне он уже не нужен. Также я продаю из мультсериала Харли Куин и продаю еще одного золотого персонажа, например, Соломона Гранди, хотя Соломона Гранди можно оставить. В любом случае, Обратного Флэша я не продаю, кстати, он нехило стоит, 90 тысяч, ребят, это немалая сумма. Что ж, переходим к набору усиления заново. И еще один набор самые опасные. Последний набор, и я надеюсь, что именно сейчас мне выпадет желанный персонаж. Желанный персонаж, написано 3 самых. Что ж, 3 обратных флеша, я буду рад. Очень сильно рад. Что ж, подтвердить, давайте. Эх, ну это нежеланный персонажа. Рейвен прокачан, Бэтмен прокачан, Супермен режим мне 100 лет не нужен. Хотя Бэтмен, Рейвен... Бэтмен точно 100 лет не нужен, Рейвен, конечно же, нужна, но она у меня тоже прокачана. Поэтому, как ни крути, с этих наборов мне ничего так-то интересного и не выпало. Что ж, режим я продаю, Рейвен, естественно, я тоже продаю. И продаю, конечно же, кого еще продать можно? Убийственную шутку Джокеров продаю, наверное. Хотя они мне, по сути, ну как, они и нужны, и не нужны. Не знаю даже, но я их продам. Так, и перейдем давайте сейчас в коллекцию и найдем Обратного Флэша. Так, вот, Флэш, а, но мне нужен Обратный, значит. Это дальше. Вот он, Обратный Флэш. Что ж, я его пока что не качаю, он у меня 13 уровня, но уже становится 3-й элиты, что не так уж и плохо. Что ж, остается ему еще каким-то образом непонятным вытащить 4 элиты, и он у меня будет фуловой прокачки, что будет очень-очень круто. Я сниму отдельный ролик, конечно же, о нем. Не знаю, когда это случится, но хотелось бы, чтобы это было как можно скорее. Ну и таким вот образом я, конечно же, открываю эти 3 набора. Мне выпадают неплохие персонажи, но, к сожалению, не те, что я хочу, кроме 1 пакета, еще раз напомню. И Обратный Флэш — это неплохой подарок, скажем так. Что ж, на этом тогда все, ребят. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!